Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и в сегодняшнем видео хочу сделать обзор на одну интересную красивую партию, которая состоялась вчера на турнире претендентов, а именно это результативная партия Динлижэнь Каруана. То есть для тех, кто знает результат, это, конечно же, будет не новость, что Динлижэнь победил, но опять же таки здесь важно именно то, как конкретно это происходило. Также скажу пару слов про мои, в принципе, дальнейшие планы на турнир претендентов. Так вот, я думал, что буду делать обзор каждого тура, но сейчас я считаю, что скорее всего буду делать не обзор каждого тура, а обзор некоторых партий из тура, потому что действительно часть партий выходят довольно скучные и неинтересные, то есть там может быть ничья очень такая быстрая и без особой борьбы, это уже встречалось несколько раз на данном турнире, вот именно поэтому, скорее всего, чтобы видео не длилось по часу и чтобы разобрать все самое интересное и уделить этому максимально много времени, я буду смотреть одну или, скорее всего, максимум две партии с того или иного тура. Ну что, второй тур пропускаем, во втором туре тоже были интересные события, были результативные партии, но, возможно, разберу чуть позже это все дело, но сейчас хочу показать именно данную партию Динлижэнь Каруана. Ну что ж, d4, d5, здесь был разыгран у нас ферзевый гамбит, Динлижэнь играл белыми, Каруана черными. Также важно заметить, что у Каруана было 1.5 из 2, а у Динлижэня 2-0, то есть он сделал так называемую короткую рокировку, проиграл 2 стартовые партии, очевидно, что находился в не самом лучшем состоянии, и вот, скорее всего, это сыграло, как ни странно, ему на руку, то есть Каруана бы считал, что надо играть на победу черными, играл всю партию довольно агрессивно и, в принципе, имел неплохие контршансы, но, тем не менее, он все-таки переоценил себя и, возможно, недооценил того же Динлижэня, который объективно все-таки очень сильный гроссмейстер, вот, и, соответственно, перегнул здесь палку Каруана и в итоге проиграл. Ну что ж, c4, c6, пока у нас разыграна обычная славянская защита, один из самых таких стандартных классических дебютов, здесь у черных есть выбор. То есть два главных хода, обычно играют либо e6, либо dc. Оба хода хорошие и сильные, там совсем другая игра возникает после хода e6, не будем вдаваться в подробности, но dc тоже сильный ход. Итак, белый играет a4, идея понятная, чтобы не было хода b5 у черных. Далее последовало слон f5, конь e5, e6, f3. f3 ход смотрится довольно странно, если его не знаешь, но, конечно же, идея простая, то есть белые готовят ход e4 и при случае даже ход g4. Ну что ж, далее было слон b4, конь c4, белые отыграли пешку, рокировка и король f2. Еще один неожиданный ход, то есть, в общем-то, опять же таки, не зная теорию ходы f3 и король f2, конечно же, они не напрашиваются, и их сделать довольно трудно, тем не менее, это все еще теория. То есть, в чем план белых? Они хотят сыграть, конечно же, e4, и затем слон e2, либо при случае слон d3, и вывести ладью там на e1, на f1. Куда-нибудь, то есть, в общем-то, доразвиться. Также второй план, который вполне имеет право на жизнь, это план с ходом g4. Это такой довольно рискованный вариант, не обязательный, но тоже он имеет право на жизнь. И вот в этой позиции, по сути, у нас возникло первое такое ключевое событие. Тут есть разные ходы у черных, то есть два основных хода, это либо слон g6, либо более агрессивный ход, это ход c5. То есть, если Каруана хотел играть на перехват, возможно, c5 было более, скажем так, правильным решением, чем ход e5, который он сделал. Ход c5 уже применяли много раз, и такие партии есть в базе, причем здесь есть партии сильных гроссмейстеров, в частности, Мамедьяров так играл. Вот, но, возможно, решил сделать дебютный сюрприз Каруана и сыграл e5. Такого хода в мегабазе нет, то есть ход на самом деле вполне возможный, и компьютер, в принципе, его более-менее нормально оценивает, но, тем не менее, здесь все-таки черные жертвуют пешку и отыграть ее не могут, то есть это, по сути, в чистом виде гамбит. Тем не менее, конечно же, за эту пешку есть компенсация. Ну что ж, дальнейшее все более-менее форсировано. Конь d5, слон c2, ферзь d2. Ферзь d2 белые играть обязаны. На ферзь c2, конечно же, черные просто отыгрывают пешку, получают прекрасную позицию. Это понятно, поэтому ферзь d2 единственный нормальный ход. И далее c5. То есть все-таки подрыв c5 следует. И, конечно же, черные пытаются скрыть игру. Очевидно, что в данной ситуации они обязаны это делать. Ну что ж, в этой позиции у белых было два способа, как бороться с подрывом c5. Это либо d5, то, что было в партии, либо ход e3. Тоже возможное решение. Здесь ферзь c2 уже начинает красить. В принципе, после хода d5, к слову, ферзь c2 тоже сохранялась угроза. Ну, и там
возникала сложная позиция. В общем-то, у каждого из ходов e3 и d5 есть свои плюсы и минусы. То есть ход e3 укрепляет центр, но с другой стороны ход d5 центр наоборот закрывает. И по идее белым как раз таки выгодно закрыть центр, учитывая тот факт, что у черных перевес в развитии. Ну что ж, слон висит, поэтому после d5 черные играют слон b3. Здесь, допустим, вот комп советует еще ход слон e4. Ну, конечно же, ход, мягко говоря, довольно такой сомнительный. То есть, да, расчет на то, что здесь вообще нельзя играть из-за конь e4, но это такая простая тактика. Очевидно, что ее гроссмейстер развивать не будет. Но в этой позиции, опять же таки, у белых есть разные ходы. Вот, опять же, интересная идея есть, которая, в принципе, мне очень симпатично. Это идея с ходом g4 и дальнейшим движением g5. То есть на h6 даже можно добавить h4 при стучи и все равно провести g5. Суть в том, что если конь идет с поля f6, тогда мы можем съесть слона, потому что вилки уже не будет. Ну, в общем, суть в том, что в этой позиции ход слон e4 хоть и красивый, но нельзя сказать, что такой уж и сильный. Слон b3 более понятное решение. Белый играет e4, выбора нет, им нужно защищать пешку, иначе у них будет просто хуже. Далее последовал ладья e8, напали на коня, ферзь f4, ну и вот здесь, опять же таки, тоже был выбор. Либо можно было сыграть конь d7, как в партии, либо можно было сыграть c4, то, что и последовало. В чем идея хода c4? Идея в том, что черные жертвуют пешку, но за счет жертвы пешки они, в общем-то, выигрывают темп, во-первых, во-вторых, они вскрывают диагонали, да, то есть диагональ А7, Ж1 вскрывается, и, соответственно, по ней в будущем черные могут атаковать. В принципе, можно было сыграть и конь d7, но, опять же, конь d7, проблема в том, что белые сами тогда могут сыграть конь c4, не позволяя черным сделать данный ход, а теперь уже, опять же таки, черным сложнее как-то атаковать, учитывая тот факт, что позиция все-таки носит у нас закрытый характер. c4 в целом идейный ход и вполне неплохой, то есть черные без двух пешек, но, тем не менее, белые по-прежнему сильно отстают в развитии. Итак, далее последовало конь d7, слон d3, конь f8, слон d4. И вот здесь один из тоже таких важных моментов в партии. В этой позиции на самом деле у черных не такой уж и большой выбор. Напрашивается два хода. Это конь g6 и ладья c8. То есть черным нужно делать темповые ходы, потому что они сидят без материала. И если дать белым доразвиться, то сделать хотя бы там парочку развивающих ходов, то очевидно, что вся инициатива черных погаснет, и, в общем-то, белые просто останутся с двумя лишними пешками. Так вот, здесь, как ни странно, порядок сыграть именно ладья c8 в начале, а потом уже конь g6. Давайте покажу, в чем здесь разница. Дело все в том, что после хода ладья c8 напали на коня, коню уходить нужно, самое сильное конь d3, и теперь конь g6. И выясняется, что у белых нет отхода назад на поле, допустим, c1, либо на поле d2 при случае, и остается ферзь уже у нас на королевском фланге, что для белых как раз таки хуже. То есть ферзь g3 ходить нужно, ну и далее возникают интересные острые варианты, допустим, слон c3, bc и ладья e4. Вот такой вот есть навес у черных. Ну, тут простая тактика, ферзь, конечно же, нельзя играть из-за конь e4, и теряется ферзь. Но, тем не менее, белые, опять же таки, не обязаны бить, у них остается пока одна лишняя пешка, можно сыграть король g1. И вот данная позиция тоже меня порадовала, что у черных есть довольно богатый выбор, и, в принципе, можно как-то сыграть более-менее спокойно, увести ладью из-под боя, но есть интересные жертвы, причем даже две жертвы, ладья d4, либо ладья e3 на выбор. Ну, ладья d4, наверное, чуть более интересно, хотя ладья e3 тоже довольно любопытный вариант. Ну и после cd, конь d5, возникает позиция, где у черных нету качества. Но, тем не менее, ладья на h1, конечно же, пока является ладьей с очень большой натяжкой. Инициатива у черных по-прежнему очень сильная. Ну и здесь, как по мне, шансы у черных как минимум не хуже. То есть, действительно, такую позицию очень сложно разыгрывать за человека. То есть, понятно, что движок там может написать либо равенство, либо даже микроплюс белых. Но, понятное дело, что человеку играть такое все очень непросто, когда ладья у вас просто осталась без ходов и еще король под давлением. То есть поэтому ладья c8 был очень точный ход с идеей отогнать коня и чтобы как раз конь закрыл отскок ферзя назад. После же хода конь g6, здесь вот оба соперника не заметили, что можно было сыграть ферзь c1. Как ни странно, это очень сильный ход, потому что после ладья c8 и конь d2, кажется, что белые всеми фигурами ушли назад, сейчас черные просто будут разрывать данную позицию, и у них действительно здесь есть различные навесы, в частности конь e4, но тем не менее при точной игре белые здесь все удерживают. Ну вот, допустим, конь e4, приведу примерный вариант, белые бьют конем с d2, далее слон d5 и ферзь e3.
То есть в версии 3 укрепляем все свои слабости, коня e4, слона d4. Опять же, возникает вопрос, что будет после хода f5, потому что все-таки это связка, и конь теряется, но однако здесь белые успевают вывести своего слона, сыграть слон b5, допустим, слон c3, bc, ладья на e8 под боем, поэтому нужно ее убирать, ладья e6 и ладья e7 не так принципиально, ну и вот здесь находится интересная скидка фигуры, то есть конь теряется и так, поэтому сильнее его отдать с целью испортить структуру черным, сыграть конь f6 и после gf просто уйти ферзем. То есть вариант, в принципе, не самый такой обязательный, могли играть по-другому и белые, и черные в определенный момент, но после форсированных ходов можно сделать небольшой вывод, что белые скинули весь свой лишний материал, сейчас у нас полное материальное равенство, но с другой стороны, наконец-то белые доразвились, вот у них все фигуры стоят очень гармонично, белые получили преимущество двух слонов, и что самое главное, ну, одно из важных, так могу сказать, то, что еще и структура у черных испортилась, да, то есть это тоже достижение для белых, сдвоенные пешки по линии F. Поэтому вот ферзь c1 был очень сильный ход, и опять же таки стоило его сделать. Хуже ферзь f5, потому что после хода ферзь f5, ферзь, во-первых, тут почти без ходов остается, и во-вторых, он никак не помогает в защите своего ферзевого фланга, то есть все-таки ферзь на f5 стоит под темпами. Ну что ж, далее оба соперника играли сильно, размена c4, ферзь c7, опять же темповой ход, слон d2 нужно ходить, слон c5, размен на c5, король f1, и вот это еще одна из важнейших позиций во всей партии. Вообще важно отметить, что когда вы жертвуете материал, вам почти всегда нужно каждым ходом создавать сопернику проблемы, то есть либо нападать, либо ставить шах, вот, и делать именно темповые ходы. Ходы вот типа h6, такие вот абстрактные и из общих соображений, они не работают, когда у вас не хватает материала, ну особенно двух пешек, это не так уж и мало. Нужно было, конечно же, сыграть гораздо более активно. Ладья e5 был очень сильный ход, после которого черные получали прекрасную инициативу. Ну что ж, ладья e5, ферзь h3 ходить нужно, и ферзь b4. Еще один темповой ход, висит пешка на b2, отдавать ее нельзя, иначе там все рассыпется у белых на ферзном фланге, поэтому ладья b1. И далее, опять же таки, нападаем снова. Конь f4, еще один темповой ход, ферзь g3, конь с f6 на h5. Еще раз напали, ферзь f2, тоже так ходить нужно, и f5. Ну и здесь, на самом деле, вот тоже за белых уже не самое очевидное решение. Опять же скажу, что советует комп, он советует ход ладья d1. То есть вот так вот просто скинуть пешку на поле b2. То есть это, как ни странно, лучше, но идея в том, что ладья где-то укрепляет пешку на поле d5, при случае ферзь d4 ход также появляется у белых, довольно сильный такой ход, который уплотняет позицию. Ну что ж, белые отдали пешку, черные, конечно, ее бьют, играют ферзь b2 и ферзь d4, все-таки следует идея, и здесь черные могут даже перейти в эндшпиль, позволить себе такое, хотя не без пешки, но опять же особенность этой позиции в том, что белые все еще не развиты, ладья на h1 вне игры, и после размена ферзей просто конь f6, нападаем на пешку e4, и на f, допустим, ладья e8, напали еще и на коня. Если конь уходит, там ладья e1, и у белых там совсем большие проблемы, поэтому ладья d2, видимо, ход вынужденный. Ну и бьем пешку на поле f5. Здесь, хотя у белых все еще лишняя пешка осталась, но пешка d5, она, видимо, постепенно падает, и компьютер пишет оценку около равенства. Опять же, в чем проблема позиции белых, что они до сих пор не вывели ладью с поля h1. Ну и опять же таки здесь есть еще и тактика, да, то есть допустим на король f2, тут конь e4 будет очень неприятно, и далее съедаем ладью на поле d2, то есть у белых там уже будет просто проиграно. Поэтому есть конкретная проблема у белых с развитием, которая не так легко решить, то есть скорее всего все-таки пешку d5 белым придется скидывать, чтобы как-то доразвить свои силы. То есть поэтому ладья e5 был очень интересный ход, и вот эта вся дебютная игра Каруаны, такая довольно рискованная, могла быть вполне оправдана, если бы он здесь сыграл ладья e5. После же хода h6 на самом деле инициатива, в общем-то, постепенно угасает. У черных был еще очень точный ход за белых g3, то есть идея в том, что мы отнимаем поле f4 и поле h4 у черных фигур, но поле h4, наверное, более важное. Далее при случае готовы сыграть король g2, и проблем у белых здесь никаких нет, просто большой материальный перевес, то есть две лишние пешки, это, конечно же, много на уровне гроссмейстера. Но последовал другой ход, последовал ход ладья d1, после него тоже есть перевес, но не такой большой. Здесь, опять же таки, еще один был шанс за черных как-то побороться, это сыграть h6 и затем провести b5 на практически любой ход белых. Но, тем не менее, последовал ферзь b6, тоже ход темповой, но немножко не туда. Дело в том, что белые легко здесь уплотняются, играют ладья d2, на ферзе 3 ладья c2,
Ну и далее идея 6P5, которая последовала, она уже, к сожалению, слишком долгая. Итак, А6, ферзь H3B5, ферзь G3. Ну и здесь тоже были еще определенные моменты интересные. Ну вот, например, покажу, что было самым сильным. Было самым сильным ладья Е на c8. Идея в том, что при случае черная готова сыграть b4, но в выгодной редакции. То есть на a5, b4 сразу не так хорошо из-за того, что будет ход конь d1. Опять же, находится у белых такой тактический ресурс, и теперь подвисает ферзь, поэтому ладья c2 черные не успевают сыграть. Именно поэтому важно в начале ферзя убрать и перед ходом b4 сыграть в начале ферзь c5, и теперь уже реально b4 на практически любой ход белых черные готовы пойти. Ну, допустим, ладья d2, там b4, иначе просто если черные проведут, то выигрывают фигуру, да, поэтому ладья d2 грамотный ход, уводим ладью с вертикали. Далее b4, конь a4, ферзь a5. Черные отыграли пешку, на самом деле в партии был похожий момент, где черные тоже съели пешку по вертикали а, но это было в гораздо худшей для них редакции. В чем разница? Дело все в том, что здесь у черных активная игра продолжается, то есть после b3, ну а под боем был конь, поэтому b3 логично, следует ладья c1, на слон d1, ладья а на c8. Но здесь все еще белые не решили свою главную проблему, это развитие фигур. Если поменять ладью h1 с королем местами, то, конечно же, у белых будет просто большой перевес, то есть у них лишняя пешка, по сути, здоровая, ну а здесь она нездоровая, потому что ладья на h1 все еще вне игры, король слабый, связка по первому ряду неприятная, конь на h4 тоже, конечно же, не украшает позицию, поэтому здесь у черных все еще была компенсация, то есть да, у белых перевес, но инициатива у черных остается. После же хода b4 как-то все совсем стало просто для один движения, учитывая опять же его все-таки очень высокую технику, и здесь он крайне грамотно отгоняет фигуры соперника и, в общем-то, понимает, что пешку а можно отдать, в итоге пешку а действительно черные скидывают, вне белые скидывают, но зато, в общем-то, они делают главную свою задачу, исполняют свой, по сути, основной план, это вывод фигур королевского фланга, ну то есть короля и ладьи. И так далее было ферзь d7, g3, то есть идея сыграть король g2, поэтому ферзь h3, король g1, но проблема в том, что ферзь h3 в корне не помешает ходу король g2, потому что белые потом уводят ферзя, играют конь f2, вы сейчас увидите, как все это происходило, и в общем-то ферзь все равно догоняется. Итак, черный играет опять, пытается дать какую-то инициативу, возможно. Далее было ферзь d4, ну и от конь f2 защиты нет. Последовало конь h5, конь f2, ферзь d7 и f4. Ну и здесь очень неприятный был выбор у черных. На самом деле уже по компьютеру оценка примерно плюс 3, то есть на любой ход черных здесь, в общем-то, у белых будет большое преимущество. И выбор данной позиции стоял в том, скидывать все-таки фигуру или не скидывать. И корона избрал, опять же таки, более агрессивный и более рискованный план, хотя действительно и более спокойный ход конь f6, он тоже уже не работал. Проблема хода конь f6 в том, что белые, естественно, проводят e5, отгоняют коня еще дальше на поле h7 и, в общем-то, делают свою главную идею. Играют король g2, открывают ладью с поля h1, то есть она в будущем выйдет куда-нибудь по первому ряду, там надо смотреть куда, на a1, на c1, на d1, на e1, вариантов довольно много, и у белых просто пешки в перспективе пойдут вперед, слон стадит, например, на поле f3. Ну и здесь видно, что кони стоят крайне коряво, причем оба коня стоят действительно очень и очень плохо. Позиционный перевес белых просто огромный, то есть опять же таки оценка плюс 3 при всего лишь лишней пешке говорит о многом. То есть не хотелось играть аккуратно данную позицию, хотя возможно все-таки стоило побороться, здесь попытаться как-то максимально так аккуратно сыграть и возможно какую-то контр-игру создать на ферзевом фланге за счет своих потенциальных проходных, ну проходной, по крайней мере, по вертикали А. Всего этого не было, и, в общем-то, последовал уже такой ход отчаяния, это конь f4, но за него сложно уже судить Каруану, потому что действительно уже позиция была такой, что здесь особо хороших там моментов и не было, хороших вариантов в целом. Ну что ж, конь f4, белые, конечно же, съедают фигуры, играют король f1. То есть какая-то микрокомпенсация у черных есть, но белые довольно простыми и точными ходами здесь отбиваются и сохраняют лишний материал. Давайте покажу, как здесь технично играл Дин Лижень и как он наращивал свой перевес. То есть в итоге через несколько ходов у белых была и лишняя фигура, и еще и позиционный перевес. Ну что ж, ферзь d6, ладья g1, логичный ход, напали на мат, f6, белые
мат не поставили, но зато прослабили короля соперника. Далее последовал слон b5, ладья под боем, поэтому ладья e7 и b3. То есть очень грамотно здесь играл Тенли Шетни, мне понравилась его техника реализации, потому что он вообще не дает никаких контршансов сопернику. И в принципе всегда так, когда у соперника есть инициатива, нужно стараться эту инициативу погасить. То есть это крайне важно, чтобы действительно не давать ему каких-то тактических трюков. Ну что ж, последовал ладья f8, далее ладья c2, тоже грамотно, занимаем вертикаль, конь e6, ферзь e3, конь g5, h4, то есть, конечно же, белые могут себе позволить такой ход, потому что у них, в общем-то, почти все фигуры стоят возле короля, и подобное скрытие позиции белых не пугает. Ну что ж, конь f7, ладья c6, и после ферзь b8, ферзь c5, ферзь d8, ладья f6, упала пешка на поле f6, и плюс еще король открылся у черных, далее последовало король h8, теперь ладья под боем. Нужно играть ладья f5, далее ладья c7. Я все эти ходы показываю довольно быстро и уже без особых вариантов. Тут, в принципе, огромный перевес у белых, выиграно почти как угодно. И в целом позиция уже, конечно же, не уровня гроссмейстеров, там рейтингом 2800. Да, но тем не менее, поскольку партия продолжилась, конечно же, нужно показать до конца все, что здесь происходило. Итак, слон c6, а4, какой-то тоже такой последний отчаянный рывок, идея создать проходную по вертикали b, и проходная реально создается, но проблема в том, что она никуда не идет. То есть белые спокойно играют ладья g3, на b2, ладья b3. Ладья становится за проходной и просто ее съедает. Вот так вот все здесь просто и, по сути, элементарно. Ну что ж, далее последовало конь d6, размен на f8, ладья b2, у белых уже словно две пешки, и плюс ко всему позиция по-прежнему лучше. Далее была ферзь f4, ладья b8, шах, король h7, ферзь c2. Создавая идею e5 и помешать ходу e5 здесь черные особо не могут. Поэтому было ладья e7, e5, конь f5, ферзь e4. Размен ферзей, естественно, белых полностью устраивает. Ферзь c1, король g2, g6, ладья b3. Ну и здесь наконец-то король остался. Опять же таки можно было и в данной позиции тоже продолжить борьбу, но объективно последние ходов там 15, а то и, наверное, больше, они уже не имели большого смысла, все-таки огромный материальный перевес у белых, то есть лишний слон, и очевидно, что тут в принципе не нужно обладать какой-то сверхсильной техникой, да, чтобы данную партию довести до победы. Хотя Тенли Шетни все делал очень-очень технично, то есть играл, возможно, не всегда по первой линии компьютера, но всегда играл так, чтобы не давать сопернику контр-игру. То есть игра в первой линии компьютера, чем она отличается, что компьютер видит, что контр-игра соперника не работает, да, там, допустим, контр-игра какая-то, там, вариант на, там, 5 ходов, что он не работает, или, там, на 7 ходов, и идет туда, да, человеку не очевидно, что там какие-то длинные варианты, они не будут работать у соперника, поэтому человек может сыграть не оптимально с точки зрения компьютера, но оптимально с точки зрения простоты позиции, да, чтобы не усложнять себе жизнь, не давать сопернику никаких, опять же, таких контр-шансов. Я повторяюсь, но это реально очень важная мысль, что при перевесе, при материальном перевесе, прежде всего, да, вам не нужно давать активной игры сопернику. То есть, в принципе, переход в эндшпиль – это одно из самых простых и самых эффективных решений. Опять же, при условии, да, что у вас самих нет атака. Если у вас атака на короля, тогда, конечно, менять ферзей не нужно. Во всех остальных случаях менять ферзей – это правильное решение. Ну что ж, и пару слов в конце скажу по данной партии, ну и по турниру претендента в целом. Так вот, здесь Тенли Шетни молодец, что собрался, и в каком-то плане он заманил соперника на острый вариант, да, то есть, в принципе, мог сыграть более спокойно Каруана, потому что в данной позиции есть и ход c5, и ход слон g6, после и одного, и после второго хода там возникает интересная теоретическая борьба, но не такая острая, по крайней мере, не гамбитная. После же такой вот нестандартной жертвы хода e5 возникла острая позиция, в которой белые оставались лишней пешкой и в какой-то момент даже двумя лишними пешками. Ну и вот в один момент Каруана не поднял сильный ход, а именно ход ладья e5. Я считаю, что это, по сути, один из важнейших моментов партии, когда не было сыграно ладья e5 с дальнейшими, опять же, темповыми ходами, вроде ферзь b4, еще раз покажу это в режиме блица. То есть каждым ходом черные нападают, да, каждым ходом скрывают позицию, и в итоге, даже после перехода в эндшпиль, все равно у черных инициатива очень сильная, учитывая тот факт, что белые все еще не вывели свою ладью с поля h1. Да, поэтому вот в такой позиции, конечно же, черные, в общем-то, имели отличные контршансы. Опять же таки, при том, что не факт, что белые подняли бы все эти ходы, которые мы с вами разбирали. Это еще и сильнейший край за белых. То есть белые, если бы сыграли слабее, у них была бы позиция просто похуже. Таким образом, Тенли Шетни победил, и сейчас у него одно очко из трех. То есть это, с одной стороны, не так и много, но с другой стороны, у первого места там нескольких человек
2 очка из 3, то есть разница совсем небольшая, на расстоянии всего лишь одной победы находится Дин Лижэнь, поэтому все игроки сейчас в борьбе. Турнирную таблицу показывать нет большого смысла после 3 туров, да, потому что пока слишком рано, но важно то, что плотность очень большая и пока никто так явно не отсеялся. Если бы Дин Лижэнь проиграл, конечно же, его шансы бы на первое место уже бы стремились, наверное, к нулю. А так все остались в игре. Ну и также, опять же, пару слов про дальнейшие планы. Скорее всего, в будущем будут турнир претендентов смотреть, возможно, в таком формате, как и сегодня, то есть в формате разбора одной, либо максимум двух самых интересных партий. Как по мне, это, наверное, даже более лучше, чем разбирать по часу там весь турнир претендентов, все сыгранные партии в туре, то есть 4 партии, это довольно много, и тогда на каждую отдельную партию выходит слишком, скажем так, такой поверхностный разбор. Здесь же мы разбираем детально и стараемся вникнуть во все тонкости, которые были в самой интересной, на мой субъективный взгляд, партии. Ну что ж, надеюсь, что вам разбор этой партии понравился. Следим за турниром претендентов и болеем за тех, за кого хотим болеть. В принципе, у меня нет каких-то явных фаворитов, поэтому я просто смотрю за данным турниром и наслаждаюсь красивой и сильной игрой. Ну что ж, всем пока и до встречи в новых обзорах.